В четверг в результате взрыва возле столицы Сирии города Дамаска погибли 6 человек и еще 46 получили ранения. Инцидент произошел на улице Асудан в районе Ас-Саид-Зейнаб. Взрывчатка, установленная на мотоцикле, была дистанционно активирована. 20 пострадавших получили легкие травмы. Им оказали помощь на месте, остальных доставили в больницы. Это второй взрыв, произошедший в этом районе за последние 48 часов.